Страдать, ну страдать. Ну, что нет-то? Только топливо тоже слей. 20 минут. Точка. Как обычно. Как обычно. Там просто, понимаешь, сейчас дело в том, что даже вот мы сейчас начнем, да, у меня на сходке уже намного больше скорости будет. А, ты думаешь, разгонишься быстрее? Да, Кстати, нихуя не конечно. факт. Ну факт, разгонюсь я Посмотрим. быстрее Окей, тебя давай намного. посмотрим. Ты мне скажешь, кстати, при расходке, какая у тебя скорость? Ну ты по своему дебильному, короче, этому летаешь по истинной. Ну там потом рассчитать можно. Кому надо, тот посмотрит на приборы. Ты мне про свою истинную скажи. О, не истинную, ну, вот, приборную. Давай, говори. 470. Так, ну вот лобовая у нас теперь, да? Что дальше делаем? Тут уже не то, что лобовая, ты уже сбит. Это я тебя Ну, просто блядь, а я что, просто. не сбит, что ли? А ты не сбит, да? То есть у меня Нет. пушки не дамажат. Нет, ну вот я гораздо раньше тебя вышел на атаку, чем ты. Все, какая скорость? Ты мне тоже свою скорость говори периодически. 70 прибор. 370? Да. Ну ты Вот я уже за... тоже, но я тоже захожу и что дальше. Ты уже заметно по энергии проигрываешь. Ну как бы еще не потеряно. Да я бы тебе сказал, что уже все. А, да, слушай, нифига ты на месте просто сейчас развернулся, прикольно. Ой, блядь, что у меня такое-то? Произошло тут? Не, ну слушай, и слава богу, если ты сейчас на лавке мне в хвост зайдешь стабильно, я говорю, будет слава богу. Я только рад, блядь, этому буду. Сейчас просто у тебя высота кончится и все. Она у тебя кончается потихонечку и потихонечку, как бы. Фига мы дураки, мы, короче, в правом вираже оба стоим. Но это ты встал в правый вираж, а не я. Ты мне сказать так Но диктуешь, что правый вираж. у нас у обоих самолетов как бы вираж правый хуёвее, чем левый. Ну, какая разница? Я тебе сейчас не про вираж говорю, а про... Да не, все. Сейчас, ну я Ну вижу, да, видишь, ты постепенно, потихоньку ты заходишь, уже да, там на вижу. закрылках уже. Да. А у него просто закрылки, он летает неплохо на закрылках, в общем дело. Мессер он летает неплохо на закрылках, понимаешь? Ну да, меня уже сваливает. Не, прикольно, кстати. Слушай, а по высоте... Давай скорый подъем еще просмотрим. Не, ну вообще я обещал тебя убить. Будешь убивать? Не, ну блин. Ну лети, лети уж, ладно. Да я тебя догоняю, как этот. Давай, слушай, Смотри, у меня какая скорость? смотри. А хотя какая? Так я убрал тягу, блин, ты меня догоняешь. А. Догоняльщик. Сейчас, подожди. Ну 300 давай сейчас сбросим.
300 вот держу. А? 300 держу. Нет, 320 сейчас еще сброшу. Давай, 320, да? 300. Километров. Давай, на счет 3 дашь, короче, газу. Давай, раз, два, три, давай газу. Ну, мне кажется, сейчас я от тебя до 3000 ракеты уходить буду. Посмотрим. Продолжай лететь, нет, даже скинет, продолжай лететь так же. Видишь, как бы тут на поле, ну, опять я дальше. Набор, а где ты? А, ты все, вижу. Меня это, я в набор дальше пошел. Давай, 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 окей, я вижу. Так, у меня красная вода стала. У меня пока нормально. Ну, терпи, у тебя на перегреве, ты долго можешь летать. Ну да, я знаю. Может, ну да, почему? У тебя какая скорость? 360. У меня 360 фактическая. Ну, я у тебя оббегаю. Я вижу. Прикольно тоже. Правильно. А какая она и должна уходить от густов, от последних, от автоматов? Может, даже до 3000 я от тебя буду убегать вообще. Да я понимаю это. Но это прикольно, это хорошо. Я просто же тестирую не просто, а тестирую на, скажем так, историчность. Все это дело. Насколько это состоит с тем, что можно в книжках писать. Дело в том, что, да, вот, ну, ты сравниваешь, там уходишь, на наборе не уходишь, да, то есть, ну, ты не забываешь, что как бы разница там в скороподъемности, допустим, там, ну, там... Я знаю, что на разных высотах. 3 метра в секунду. За минуту ты по высоте, да, при тех же равных, да, там убежишь всего на 200 метров по высоте, то есть это, ну, как бы не столько, да, там, но как бы когда ты вот, ну, в наборе высоты, да, то есть там в течение 2-3 минут идешь в наборе, то естественно ты как бы убегаешь. Так, вот у меня сейчас масло уже перегреется, походу. Но по идее я сейчас должен тебя догонять буду, нет? Ну, где-то начать должен. И по-моему, я тебя уже начинаю догонять, кстати. Сколько у тебя скорости? У меня 409 фактическая. Ну, я не знаю, там фактически у меня 314 прибор. Ну, у меня все, форсаж сдох. А я тебя реально догоняю, слушай. Видно даже. 3500 форсаж сдохнет на лавках. А, все, а я тебя реально спокойно догоняю. И все. Ну, то есть все, Густав уйдет в космос сейчас, да, по идее? И я тебе говорю, что, ну, да, у лавок после 3500 начинаются проблемы у всех, ну, советских самолетов. Единственное, у него проблема у Г-14, знаешь, что может быть? То, что он сейчас перегреется, вот что у него. Хотя масло горит желтым. Вот вода горит красным, масло горит желтым. Вон, видишь, я тебя обгоняю. Ну то, что и требовалось доказать, как бы говорится, да? Поэтому, как бы, ну, ни в коем случае, да, на мессерах там ниже, там, 3500. Ну, по флаттеру, понятное дело, что я тебя разведу. У тебя максимально по флаттеру 700, сколько там, 720 было, да? 750 у меня оторвало по прибору. Я сейчас проверю просто его, ты можешь не падать. Просто оторвет он вообще или нет? Хотя от вертикали, я думаю, оторвет. Ну, у тебя в районе там 820, может быть. Нет. 850, 860, 870, 80, 90, 900 километров в час. Короче, в районе 900 меня оторвало все это дело. Ну, а прибор у тебя был, я тебе говорю, 800. Фактически у земли около 900. Я вот сейчас попробую.